Авиастар расширяет штат сотрудников из-за увеличенного темпа производства самолетов. Только в этом году заводу требуется 1500 работников. Конкуренция высокая, на работу приглашают специалистов со всей страны. Наиболее востребованные профессии – инженер-технолог, оператор станков с программным управлением, клепальщики, слесари, токари и механики. Средняя зарплата – 59 тысяч рублей. Соискатели без опыта научат за счет фирмы. Всем иногородним специалистам предлагаются выгодные условия трудоустройства на авиазавод. Переезд в Ульяновск, аренда жилья компенсируется. Обеспечен расширенный пакет социальных гарантий, корпоративный транспорт, столовые, спортзалы, медобслуживание, дотации на питание, льготы и материальная помощь. Для сотрудников, проработавших больше года, оказывается содействие в приобретении жилья. При участии в программе общий размер поддержки составляет до 500 000 рублей. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 28 15 77. Актуальный список вакансий на сайте работа на авиастаре.рф.